По творчасці склады, школы, клубы. Каля 150 объектов нерухомости, что год продае на аукционах комитет Гомеля Абломаёмасць. Сёлета гаспадарона были звыш 100 будинков. Многие скупленных у апошнія годы атрымали новый сучасный выгляд и другое экономичное житё. На самым великим из них побывала Марина Джалая. У основном комитета Гомеля Абломаёмасць продает объекты площадь от 100 до 400 квадратных метров. Например, школы, сельские клубы, детские садки и фельдшерско-акушерские пункты. Радей до продажу пропонуют буйные будинки, площадь до 2000 квадратных метров. Это вытворчасть альбо объекты сельгазпризначения. Продать вось такий гигант, який находится у Гомелі по улице Достоевского, было нелегко. За два года, которые прошли с моменту продажу, будинок не только цалком обновился звонку. Тут реализуют инновационные вытворчасть. Творчий проект. Самым крупным объектом за последние 10 лет, реализованным на аукционных торгах, являются бывшие производственные корпуса завода химического мела. Они были проданы в 2016 году, их общая площадь составляет почти 14 тысяч квадратных метров. Цена продажи составила 280 базовых величин. У Гомельской области есть шмат буйных объектов нерухомости и целые вытворшие площади с необходимой инфраструктурой, которые могут затекать потенциальных инвесторов. У основном это маемость открытых акционерных товариств. В настоящее время комитетом Гомеля Абломаёмасць предлагается более 250 неиспользуемых объектов на продажу. Ну а сегодня самым уникальным для развития и расширения уже имеющегося производства всем желающим предлагаются объекты недвижимости крупной строительной компании. Это Гомель Облстрой. Объекты расположены на территории 8 регионов Гомельской области, а также в городе Гомеле. Усяго Гомель Аблбуд пропонуе каля 150 объектов. Причем набыть можно как особные объекты нерухомости, так и великие промысловые пляцовки. Ближайшие аукционы пройдут 15, 23, 26 листопада и 17 снежня. Некоторые лоты кошт снижены на 25%. Подробную информацию можно найти на сайте комитета Гомель Абломаёмасць в разделе «Инвесторам и громадянам в улучшении попыту» альбо отримать по номерах телефона у Гомеля 70 38 49 альбо 70 36 43. Марина Джала, Ігор Марищенко, телерадіокомпанія Гомель.